Вообще, я, наверное, за долгие годы проповедования первый раз не подготовился. През много години на моето проповядване за първ път не се подготвих. Потому что мысли не о том, защото мислите ми сосредоточиться. Не са за... Не мога да се съсредоточа. На чем-либо. На каквото идея. Вся голова и сердце заполнены только событиями, которые происходят. И цялата глава и сърце са пълни с тези събития. Допоздна сидел... И докъсно стоях. Смотрел последние новости, гледах события. Гледах последните новини и събития. Потому что на неделе очень много работал и некогда было. Тъй като тази седмица имах много работа и нямах време. Было предчувствие. Имах предчувствието. 23 февраля. На 23 февраля. Мы этот день, мы этот праздник не празднуем в нашей този семье. Този праздник не го празнуваме с нашето семейство. По той простой причине, что он не христианский. По причината, че не е християнски. Но почему-то поздно вечером, обаче, когда късно, Наташа уже легла спать. Когато Наталия се легна. Я вдруг поднял тяжелые гантели снизу. Вдигнах гирички. Да. Вот у меня есть специальный тренажер для... Имам специальный тренажер. Для того, чтобы качать пресс. За да правя коремни преси. И так начал заниматься усиленно. И изведнъж започнах толкова усиленно да тренирам. Без остановки где-то около часа. Вот тренирах около гири, 1 час тези гири. Качал пресс. И я думаю, что со мной происходит. И се чудих, какво ми става. Со мной тогда давно уже такого не было. Нямах нечто подобное. Какое-то возбуждение. Някакво возбуждение. И это происходило до часу ночи. И това се случваше до 1 през нощта. И потом я понял, что я не смогу заснуть. И след това разбрах, че няма как да заспя. И вспомнил, что у меня есть. И си спомних, че имам. Препарат, который. Един препарат. Помогает уснуть. Който помага да заспя. Я выпил одну таблетку. И спих едно хапче. И через 15 минут заснул. И след 15 минут заспах. А в 4 утра. А в 4 сутринта. Началась война. Започна войната. И я вчера поздно смотрел телевизор. Телевизор мы купили очень умный. И вчера късно гледах телевизор. Он напрямую присоединен к интернету. То есть соединен към интернет. И его умность заключается в том, и умността му е в това, что он целенаправленно ищет, что тебе интересно. Че той целенаправленно търси каквото ти е интересно. И я начал смотреть события. И започнах да търся събития. С украинской стороны. От украинска страна. С русской стороны. От руската страна. Какие-то аналитики. Някакви аналитици. Великобритания. В Великобритания. Франция. Франция. И всего этого я просто вот, ну вот, я думаю, как бы вот в этом разобраться. И се чудих, как да разбира, къде е истината. Я понимаю, что разобраться в этом. Разбирам, как, че няма. Может быть, и даже и не нужно. Да разбира, и может быть, даже и не трябва. Я уже давно так проповедую. Защото отдавна проповядвам. Мы живем в условиях информационной войны уже очень давно. Ние живеем в условията на информационната война много отдавна. То есть и с той, и с другой стороны идет какая-то... И от едната, и от другата страна. Дезинформация. Има дезинформация. Какие-то аналитики говорят... Някои аналитици казват... Свои прогнозы. Своите прогнози. Но что я четко уловил... Обаче това, което разбрах най-ясно... Вот, из всего этого информационного, я не знаю, обвала, от целия този информационен обвал, который на меня обвалился вот так, ми се струши на главата. Я лично глубоко понимаю, лично дълбоко осъзнавам, что мне как верующему, че аз като вярваш човек, ну вот нельзя, не мога, ну ни в коем случае нельзя этого делать, не трябва да го правя, становиться на ту или другую сторону, да заставам на едната или на другата страна, тем более, най-вече, когда я точно узнал, когато разбрах, что сделалось это целенаправленно, че това се е направило целенаправленно, две великие нации столкнули лбами, се сблъскаха. Я сегодня скажу свою мысль. Я ще кажа днес своята мисъл. Это моя мысль. Това е моята мисъл. Может быть, это откровение. Может быть, откровение. Две непобедимые нации. Че две непобедими нации. Если бы сражались на мечах, ако се сразяваха с мечове, то это растянулось бы на много лет. Това би се продължило много години. Украинцы – великая нация. Украинците са велика нация. И русские тоже велика нация. И руснаците са велика нация. И кто-то это знает. И някой го знае. И кто-то сделал это целенаправленно. И някой го е направил целенаправленно. Для чего? За какво? Потому что кто-то прекрасно знает. За что-то някой прекрасно знает. Что когда будут рубиться эти нации? Что когда тут эти нации се бьют? Ну просто мало не покажется никому. Това ще е голяма работа. Это будет происходить до тех пор. И ще се случва докато. Пока они просто, потому что сегодня не мечами воюют. За что-то те днес не воюют с мечове. Современные ракетные установки. А имат современные ракетные установки. Современное военное снаряжение. Современное оборудование военное. Самые последние технологии с российской стороны. Последние технологии от русской стороны. И самые последние технологии. Всемирные, я так скажу. На целый свят.
С украинской стороны. От украинская страна. Идет такая страшная война. Има толкова страшная война. Хорошо, что пока еще не пустили в ход ядерное оружие. Добре, че за сега не искарали ядерное оружие. Потому что мы знаем. За что-то тогава знаем. Что в ядерной войне. Чего в ядерной-то война. Победителей не будет. Няма победители. Погибнут абсолютно все. И ще умрут абсолютно всички. Погибнет вся земля. Ще умре цялата земя. И поэтому. И за това. Вы знаете, когда я смотрел дальше, интернет начинает вот так углубляться в то, что я ищу. Интернет започва да се задълбочава в това, което търся. И знаете, чем все закончилось? И знаете ли, как приключи всичко? YouTube меня вывел на какие-то определенные такие послания. На определенные послания. И вот на этом мое откровение, оно, я получил то, что я хотел, то, что я искал. И там получих откровението и получих това, което търсих. Определенные военные группировки. Определенные военные группировки. Обращаются к нам верующим. Все обращают к нам. С украинской стороны. От украинской стороны. Благодарят одну молитвенную группу. И благодарят одна молитвенная группа. Которая молилась целенаправленно за солдат. Която се молише точно за войниците. И они описывают это так. И те описывают последний начин. Пули как будто бы пролетают мимо нас. Че, один солдат утверждает. Куршумите летяха покрай нас. Бог спасал меня уже несколько раз сверхъестественно. Бог меня спаси несколько пути сверхъестественно. Прошу вас. И ви моля. Продолжайте молиться. Да продолжавайте да се молите. Продолжайте молиться. Да продолжавайте да се молите. Вы знаете, к чему я сегодня хочу призвать? Знаете ли, как войскам да призвать? С российской стороны то же самое. От русската страна се случва същото. Молятся. Молятся. И за кого молятся? И за кого се молят? Тех Бог спасает. Тези Господь ги спасява. И знаете, я сегодня хотел просто, я вспомнил это место. И днес вспомнях това място. И буквально незадолго до проповеди. И малко преди проповедта. Я поднял это место, и оно написано в Евангелии от Луки. Дигнах това място и го пиша в Евангелие от Лука. Моя проповедь сегодня называется «Блажены миротворцы». И моята проповедь се казва, че са блажени миротворците. Вы знаете, я думаю, что многие из вас знают, кто стоит за той силой, которая стравливает сейчас славян. Славяне воюют против славян. И сега славяне воюют срещу славяне. И это очень страшно. И това е много страшно. И православные воюют против православных. И православные воюют срещу православных. И это еще более страшно. И това е още по-страшно. Как могло такое случиться? Как това би могло да се случи? Это вот информационная война. Това е информационная война. Просто стравили друг с другом. Просто са ги скарали един с друг. И победителей здесь не будет. И тук няма да има победители. Я хочу открыть Евангелие от Луки, 12 глава. Искам да отворя Евангелие от Лука. С первого стиха. 11 глава. От первый стих. Я закончу свою мысль. И ще приключу свою эту мысль. Я прекрасно понимаю, кто стоит за той силой, которая стравила славянские нации. И прекрасно разбирам. Какво стои за тази сила, която скара тези нации? И это даже не НАТО. И това даже не е НАТО. Это не Америка. И не е Америка. В Библии написано, что это сам сатана. В Библии пишет, что това е самия сатана. Потому что он пришел украсть, убить. Защото той дойде да открадне, да погуби. И он пришел погубить. И дойде да уби. Он есть от начала человека-убийца. Той от начала е человека-убийц. Посмотрите, что написано. И какво пише? Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему вы сказали в темноте, то услышите во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Вы знаете, сколько проклятий сейчас сыпется на ту и другую сторону? Но в основном на русскую нацию. Сега много проклятия се сипват и на другата страна, най-вече на руснаците. Ну вот в этой ненависти. В тази омраза. Вот в этих проклятиях. В тези проклятия. Люди теряют водительство Духом Святым. Хората губят водительство на Святия Дух. Верующие люди начинают проклинать. Вярващите хора започват да кълнат. И дьявол в этот момент может украсть душу. И дьявол в този момент може да открадне души. И смотрите, что дальше говорит Иисус. И какво казва Иисус? Говорю же вам, друзьям моим. А на вас, мои приятели, казвам. Это и сегодня обращение к нам. И днес твое обращение к нам. Иисус Христос считает нас своими друзьями. Иисус Христос не смята за приятели. Не бойтесь. Не бойтесь. Убивающих тело. От тия, които убиват тялото. И потом не могущих ничего более сделать. И след това не могут ничто повече да сторят. Вот про кого это? За какво говори? Вот это вот про дьявола. Той говори за дьявола. Дьявол, он имеет допуск только к человеческому телу. Дьявол има
достиг до човешкото тяло само. Он может убить нас. Може да ни уби. Он может растерзать нас. Може да ни дерзае. С помощью своих поспешников. С помощью на своите помощници. С помощью какого-то сатанинского оружия. Какво сатанинское оружие. Но он не может ничего сделать нашей душе. Обаче не может отправить ничто на душата ни. Он не может погубить душу. Не может да погуби душата ни. Можете со мной согласиться? Може ли да... То есть, если душа спасена, если эта душа сама не захочет себя погубить, то дьявол ничего не может. Дьявол ничего не может направить. И что дальше говорит Иисус Христос? И какво казва Иисус нататък? Ну скажу вам, кого бояться. Но ще ви предупредят, кого да се боите. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Бойтесь от онзи, който след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Ей говорю вам, того бойтесь. От него се бойте. Дальше можете читать на проекторе перевод, я дочитаю немного. «Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены? Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Вот это очень важно, это очень важно. «А то отвергнет меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Смотрите, Иисус Христос, Он исповедует пред ангелами Божьими. Иисус Христос исповедовал пред Божьими ангели. Имя того или другого человека. Имя на один или друг человек. Чтобы ангелы Божьи окружили этого человека своей силой. Божьи ангели да го окружат со своей силой. И вот я, мой призыв сегодня. И мой зов к вас днес. Ну, мы не молимся, на самом деле, мы не молимся за ту или другую сторону. Я не призываю не все молим за одна или другая сторона. Я молю вас о том, чтобы вы молились конкретно за конкретных людей. Ами трябва да се молите за определени хора. Неважно, русский не важно, это, дали са руснаци, белорус или дали украинец. Са белорусы, дали са украинцы, или чеченец. Или чеченцы. Потому что все они сейчас там вот в этой братоубийственной войне. В тази братоубийственная война. Брат убивает брата. Брат убива брат. И отец убивает сына. Отец убива сын. И это очень страшно. И това е много страшно. И очень важно молиться. Вы знаете, много важно да се молим. Я вот против тех молитв. Аз съм срещу тези молитви. Что, Господи, благослови Мозамбик. Господи, благослови Мозамбик. Ну, это вот для Мисс Америки это нормально. За Мисс Америка и нормально. Такая молитва. Такая молитва. И она даже не знает, где этот Мозамбик. И тя даже не знает, где се намира. Это молитва ни о чем. Тази молитва не става за ничто. Мы молимся за конкретных людей. Ние се молим за определени хора. За что мы молимся? За какво се молим? Чтобы Бог спас душу. Господ да спаси души тим. Вы знаете, Бог открыл мне очень важную мысль. Господ ми показа една важна мисъл. Вот пришел Иисус Христос. Че Иисус Христос идва. Пришел на землю. Идва на земята. И вы знаете, когда это было? И кога се случи това? Это было во время римской оккупации. Това е било по време на римската окупация. Большая часть Израиля была под оккупацией Рима. По-голямата част от Израел беше под окупацията на Рим. И на то время это была самая могущественная армия на земле. И по това време това е била най-могущественната армия на земята. Възникна определенная партия и в Израиле. И възникна определена партия в Израел. Мы знаем по истории. И знаем според историята. Что это была партия зелотов. Че това е била партия на зелоти. И двое из учеников. И двама от учениците. Иисуса Христа. На Иисус Христос. По определенным таким данным. По определенным данным. Исторически. Исторически. Они принадлежали к этой партии. Принадлежали к тази партии. Ну, периодически отходили от нее, потом и опять возвращались. От времени на время се изкарвали от нее, от времени на время се връщали. В том числе теологи утверждают. И също така теолози утверждават. Один из них был Иуда Искариот. Че един от тях бил Иуда Искариот. Что эта партия тогда проповедовала? Какво е проповядвала тази партия тогава? И они в это верили. Те са вярвали в това. Когда пришел Иисус Христос, че когато идва Иисус Христос, и стал творить невероятные чудеса. Започва да твори невероятни чудеса. Мертвые воскрешают. Мъртвите се възкресявали. Слепые от рождения начинают видеть. Слепите от рождения започнали да виждат. Глухие от рождения начинают слышать. Глухите от рождения започвали да чуват. Парализованные от рождения. Парализованите от рождения. Встают и начинают ходить. Се исправят и започват да ходят. И люди видели, что это невероятное чудо. И хората виждали, че това е невероятно чудо. Это и сегодня чудо, и правда? И днес това е чудо. Что, когда, я как врач это понимаю, слуховой нерв. Аз като лекар разбирам, че когато слуховый нерв атрофирован. И атрофиран. И там нечему слушать. И няма какво да чува. Зрительный нерв. Или зрителния нерв. В некрозе находится. Се намира в некроза. Он мертвый. Мъртъв е. И глаз, этот глаз. И това око. Не может видеть никогда. Не може да види повече никога. Но Иисус Христос обаче делал Иисус эти чудеса. Христос прави чудеса. И люди понимали, что Он Бог. И хората разбират, че Той е Бог. И зелоты Его восприняли. И зелоти Го восприемат. Как кого? Като кой? Как спасителя Израиля. Като спасител на Израил. Который пришел. Който идва.
для того, чтобы освободить за их от римской оккупации. Тях от римската оккупация. Это логично? Логично ли? Это логично. Логично ли? Так вот сейчас вот и такая же ситуация. И имеем подобную ситуацию. Ну вы знаете, я нигде в Евангелии не нахожу. Нигде в Евангелии то не намирам. Что Иисус Христос? Что Иисус Христос? Встает на ту или на другую сторону. Застава на одна или другая сторона. Или что он вошел в партию зелотов? Или че влизав в партию это на зелоте? Взял в руки меч. Взимал в руце эти меч. Начал обучать своих учеников. И започва да обучава учениците си. Рукопашному бою. Как да се бьет? Ну не было этого. Не се и случвало. Согласны со мной? Согласны ли сте? Иисус Христос пришел. Иисус Христос идва. И вы знаете, лично у меня такое чувство. И лично я имам чувството, что Иисусу Христу вообще не было дела до римлян. Что я не мой пукало много за римляне из общества. Как будто бы оккупации не было вообще. Все едно и не было оккупации из общества. Он отобрал себе 12 учеников. То есть взима 12 ученицы. И реально их обучил. И их обучава. Чему обучил? Обучава на какво? Обучил их воевать. Обучава да воюват. Ну, воевать духовным обаче, оружием. Да воюват через духовное оружие. Дал им полное снаряжение. То им дало полное снабдяване. Ну, это было духовное оружие, обаче, понимаете? Обаче собили духовное оружие. И научил их побеждать. И ги учи да побеждават. И эти апостолы. И тези апостоли. Они начали это делать. Започва да го правят. Началось великое пробуждение. Започва велико пробуждане. Во времена пятидесятницы. Во времената на пятидесятницы. Но что это за победа такая? Обаче, каква е тази победа? Иисус научил своих учеников. Иисус учил учениците си. Спасать души. Да спасяват души. Спасать душу людей. Душите на хората. Вот это он считает самым важным. И това го смята за най-важното. И вот здесь, вы знаете, вот в условиях вот этой войны. И в условията на тази война. Что нам христианам важно какво знать? Трябва да правим като христиане? И что нам христианам важно предпринять? Какво е важно да знаем и да предприемем? Наша христианская задача. Наша задача като христиане. Хранить свое сердце в мире. Е да пазим сърцето си в мир. В совершенном мире. Совершен мир. Продолжай слышать голос Божий. Да продолжаем и да чуваем голоса на Господа. И все свои усилия направить на то. И всички ти си усилия. Чтобы молиться. Да насочим ком това да се молим. Молиться о спасении. Да се молим за спасение. Того или конкретного солдата. За един или друг войник. Для того, чтобы Бог сберег его душу. Бог да запази душа тому. И чтобы несмотря ни на что. И вопреки всичко. Знаете, вот в условиях этой войны. В условиях на тази война. Реально я вижу, что. Наистина виждам. Тот, кто возложил все свое упование на Бога. Който возлага цялото упование на Господ. Он останется невредимым. Что останется невредимым. Но самое главное для Бога. Обаче най-важното за Господ. Что душа вот в этом, если он возложил упование. Что он возлага упование. На Иисуса Христа. На Иисус Христос. То он будет спасен. То еще и спасен. Мне очень понравилась вот эта семья, которая прошла через и нас. И на меня много мне хареса това семейство, кое-то мина через нас. Ну, они так просто возмолились. Те така си молиха. И знаете, действительно, Бог и просто Господь вот так. Просто ги изкара. Откровение за откровение. Откровение за откровение. Шаг за шагом. Стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка, да. Вывел их. Ги изкара. Сперва из Донецка, это был, Донецк, это был Донецк. А потом они были, переехали в Славянск. След това се преместиха в Славянск. Оказывается, он в Украине по-другому произносится, как Славянск. Се произнася като Славянск. И просто сейчас просто повел их в то место, где они будут в безопасности. И просто ги докара до място, тук, где-то са в безопасности. Вы знаете, я когда-то размышлял совсем недавно. И някога наскоро си мислих. Размышлял о Лазаре. За Лазар. Думаю, ну зачем Господу понадобилось его воскрешать из мертвых? И се чудих, за что Господь изобщо го воскресил от мертвите. Уже был четвертый день. Беше вече четвъртия ден. Тело смердило. И цялото е миришало. Иисус прослезился. Иисус се просълзил. Конечно, мы можем только предполагать. И разбира се, можем само да предположим. Почему Иисус Христос плакал? Защо Иисус е плакал? Понятно, что он плакал о Лазаре. Разбира се, плакал и за Лазар. Люди сказали, что он так сильно любил его. Толкова силно го обичал. Но вы знаете, вот у меня сегодня нет сомнений. Обаче днес нямам съмнение. Для чего Иисус Христос вернул Лазаря из того света? За какво Иисус го возвращал от другия свят. Знаете, Библия говорит о определенных наградах. Библия вспоминала определение награди. Что душа может возрасти в полную меру возраста Иисуса Христа. Что душа-то может да израсне в полная мерка в познанието на Иисус Христос. Но не только спастись как бы из огня. И не само да се спаси от огня. Она может утвердиться во спасении. Но и да се утвърди в спасението. Она может возрасти да израсне в Бог. И стать такой насыщенной. И да стане наситена. Что привести самое главное. И да доведе най-главното. Привести к Богу очень много людей. Да доведе при Господ много хора. У Якова очень хорошо написано. И Яков много добре пише. Пусть тот знает. Нека знае. Что обративший грешник от ложного пути его.
Че този грешник, който се обърне от грешния си път, спасет свою душу. Ще спаси душата си. И покроет множество грехов. И ще покрие много грехове. Самое блаженное для христианина. И най-блаженното за християнин. Это спасать. Да спасява. Это говорить о Христе. Да говори за Христос. Это говорить спасительное Евангелие. Да говори спасительното Евангелие. Быть капелланом. Да быть капелланом. Знаете, кто такие капелланы? Знаете ли, кои са те? Это те священники, которые там на передовой. Които са най-напред, отпред. Которые в последний момент могут исповедать человека, который только вот-вот. В най-последний момент могут да исповедат человека. Начал познавать Бога. Който возопиял к нему. И вика покаялся. Към Господ, покаява се. И через этого капеллана Бог капеллан дает этому погибающему Господ человеку, который умирает, умираешь человек, спасительную молитву. Ему дава спасительную молитву. Молитву покаяния. Молитву-то на покаяние. Я думаю, что Бог воскресил Лазаря. И Господь воскресява Лазар. Для чего? За какво? Чтобы этот человек получил в конечном итоге великую този награду. Този человек в крайней сметке да получи велика награда. Вы помните, да, вспомните, что произошло ли с Лазаром, какво когда се случи Лазар, когато влезе? Люди сказали, фарисеи так сказали. Фарисеи ти казали. Лазарь воскрес. Лазарь воскреснал. Пройдет немного времени. Ще мине малко време. И все уверуют в Иисус Христа. И всички ще повярват в Иисус Христос. И они приняли какое решение? И те са взели решението. Давайте мы убьем этого Иисуса Христа. Нека убием Иисус Христос. Ну так же было, да? Така ли беше? Стекалась огромная масса народа. Собрался много хора. Чтобы просто посмотреть просто на Лазаря. Да погледнат Лазар. Чтобы послушать его. Да го послушат. И Лазарь стал одним из таких невероятных людей, личностей. И Лазар станал один от най-невероятните личности. Через воскрешение которого. Через воскресяването на който. Ну, я скажу так, десятки тысяч уверовало. Много хиляди хора повярвали. И сказываю же вам всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими. Иисус Христос дает повеление ангелам Божьим. Иисус Христос дал повеление на Божьите ангели. У него написано ключи. Откуда у него ключи? Ада и смерти. Пишет, что ему ключи от ада и смерти. Без Иисуса Христа, без его распоряжения. Без Иисуса Христос, без распоряжения. Ну, никто не умирает. Никой не умира. И никто не идет в ад. И никой не уйдет в ада. То есть нужно очень сильно захотеть. Треба много да поискаме. Чтобы просто убедить Иисус Христа. Да убедим Иисус Христос. Что все, Господи, я в Тебя никогда не поверю. Това я е, Господи, хочу в ад. Никога няма да повярвам в Тебе и искам да отида в ада. Ну, Иисус Христос скажет, ну хорошо, Иисус Христос так сильно каже, хочешь, ами добре, отправляйся. Отивай. Но если только человек просто заикнется. Обаче, ако човека само заикне. Иисус, спаси меня. Господи, спаси ме. Я узнал, что есть только одно имя. Разбрах, че има само едно име. Которое мне надлежит спастись. Через което мога да се спася. И я призываю тебя. И призывавам тебе. Потому что всякий, написано, защото пишет, че всеки, призвавший имя Господне, който призове името на Господ, спасется. Ще се спаси. Еще одно место я хочу сегодня прочитать. И още едно място искам да прочета. И оно написано в притчах. И го пишу в притчите. 12 глава. 12 глава. 16 стиха. 16 стих. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Вот как хочется сейчас в это время встать за ту или другую сторону и произнести какие-то страшные слова. И сега не си иска да застанем зад една или друга страна и да произнесем някакви думи. Но Библия нас удерживает от обаче этого. Думи, Библията ни сдържа. Дальше. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Иной пустослов уязвляет как мечом. То есть иногда человек может так рубануть, да, и просто это будет очень неприятно. Это может кого-то очень сильно ранить. А язык мудрых, он что он делает? Врачует. А язык на мудрости какво правит? То или кува? Уста праведные вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость, у кого радость? Радость написана у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом устал живый, а говорящую истины благоугодны ему. На пути правды жизнь, и на стези ее нет смерти. 18 стих. 18 стих. А, 28 точнее. То есть 28. На пути правды на пути на жизнь, и живота. И на стези ее нет смерти. Аминь. И вы знаете, вот я сегодня именно об этом. И днес ще говоря точно за това.
том, что вот в такие тяжелые времена, че в толку вот тяжкие времена, очень важно и очень, я хочу сказать, что это просто такая необходимость острая. И много важную и необходимую. Ну вот именно в такие времена люди легче приходят к Богу. В тези времена хората по-лесно идут при Господа. Вот в такие времена и нужно говорить об Иисусе Христе. В такие времена трябва да говорим за Иисус Христос. Если ты себя сдерживал, то сегодня не сдержи. Если себя сдержал, днес не себя сдержай. Люди, познайте Господа Иисуса Христа. Хората трябва да познает Иисус Христос. Потому что без Иисуса Христа у вас нет никакого шанса. Те нямат шанс. Даже если вы свое тело сбережете. И даже ако запазите тяло туси. Но если вы не веруете в него. Обаче не вярвате в него. То ваша душа, она пойдет не душа туда, ви, куда Господь хочет. Няма да отиде там, където Господь иска. Желание Иисуса, чтобы все мы спаслись. И желание то на Иисус всички ние да се спасим. Аминь или не аминь? Написано, Бог желает спасения всех, не желает смерти грешника. Пишет, Господь желает спасения то на всички и не желает смерть на грешнице. И может быть сегодня я тоже скажу о том, и, может что, быть, днес ще кажа също, я понимаю, какие силы, че разбирам какви сили, что в этом мире уже живет очень много сатанистов. В този свят живеет вече много сатанисти. Каких-то древних цивилизаций, някакви которые древние цивилизации, вот так могут как бы мудро, хитро, коварно, мудро и хитро, коварно столкнуть какие-то нации, да сблъснат някои нации, с которыми, если бы они напрямую столкнулись, които, ако се сблъснаха направо, у них не было напряку, никакого бы шанса. Не биха имали никакъв шанс. Я скажу одну простую мысль. И днес ще кажа една лесна мисъл, что Слово Божие говорит, което казва, что копающий слово, яму другому, че този, който копае дупка на друг, вот рано или поздно, рано или късно, сам попадет в нее, ще попадне в нее. Что все те виновные, и всички онези виновни, которые организовали эту войну, които организирали тази война, истравили, и с, скарали две великие, не, я повторю, непобедимые нации. Две великие непобедимые нации. Они рано или поздно пожнут. Рано или късно ще пожинат. А наша задача как церкви сегодня? А наша задача като църква днес? Мобилизироваться. Да се мобилизираме. И вместо того, чтобы говорить. И вместо да говорим. Делать конкретные дела. Да правим определенные дела. Сегодня наша функция – это наша функция принимать беженцев, это приемаем беженцы, кормить их, да их храним. Уже есть места, где им даже предлагают работу. Вече има места за работа даже. Даже здесь, в Варне. Во Варна. И по многим другим городам. И по много других городове. Обеспечивать их питанием. Да ги снабдяваме с храна. Благословлять их финансами. Да благославяме с финанси. И Бог за нас. И Господь. И Бог нас очень обильно благословит. Много обильно ще ни благослови. Но только не ради этого. Обаче не и заради това ще го правим. Ради того, чтобы и наши души спаслись. Ами за това нашите души да се спасят. И вот эти души, которые через нас будут проходить. И души, които ще минават през нас. Давайте мы встанем. Нека се исправим. Вот в этом проломе. В този пролом. А давайте мы встанем, помолимся. Нека се помолим. Вступимся. Нека се застъпим. Как сестра Татьяна хорошо сказала. Както сестра Татьяна каза. Что наша война, она не против крови или плоти. Че нашата война не е срещу кръв и плът. Наша война не против русских. Нашата война не е срещу руснаци. Наша война не против украинцев. Не е срещу украинец. Это все наши братские народы. Това са братските народи. Наша война против мироправителей. Наша война е срещу мироправителей. Против властей тьмы века сего. Срещу властите на този век. Против духов злобы поднебесной. Срещу духа на злоба. И я понимаю, что происходит, разбирам, когда мы молимся. Какво се случва, когато се молим. Ну, не произойдет сразу вот так вот. Това няма да се случи веднага. Помолились, и сразу мир пришел. Като се помолим, да дойде мира. Потому что те процессы, которые запущены. Защото тези процеси, които се пускат. Они довольно такие сложные, серьезные. Те са сложни и серьезни. Очень много демонов задействовано. Много демони са задействовани. Сам сатана потирает сейчас ладошки. Самия сатана ще си три длани. Я хочу помолиться о том, чтобы Бог искам открыл да руководителям глаза, духовные глаза. Господа отвори очите на руководителите. Чтобы они своими глазами увидели. Учите си да видят. Что происходит в духовном мире? Какво се случва в духовния свят? Что произошло? Какво се случи? Между Россией и Украиной. Между Россией и Украиной. Которые когда-то были нераздельны. Които някога са били неразделни. Которые когда-то было просто не разлей вода. Които някога са били приятели. Славянская нация. Славянские нации. Вся Русь началась от Киева. Цялата Русь започнала от Киев. И была известна как Киевская Русь. И была позната като Киевская Русь. И сегодня русские атакуют Киев. Пък днес руснаци атакуват Киев. Ну вот, не должно быть такого. Не трябва да има такого. Просто что-то в голове пусть перевернется. Нещо, нека се преобърне в главите. Господь, мы вступаемся сегодня. И ние се застъпваме днес. Если вы знаете кого-то лично. Ако познавате някой лично. У
украинца или русского, украинец или руснак, белорус или чеченец, белорус или чеченец, который сейчас находится в боевых действиях, военных действия, вступите за него, нека все заступим за него, назовите его имя, треба да назовем имя, те, кто смотрит нас по телевидению, тези, които не гледат по телевизията, вступите сейчас за конкретных людей, треба да се заступим за определени хора, за конкретных украинцев, за определени украинцы, за тех солдат, которые сейчас воюют, за тези войници, които воюват сега. Пусть великая защита придет. Нека дойде великая защита. И самое главное, глубокое осознание. Глубокое осознание. Что напрасно бодрствует страж. Че напрасно и бодр стража. Написано. Так если Господь пишет, не охранит дома. Ако Господь не пази дома. Напрасно бодрствует страж. Напрасно и бодрство. Напрасно там носить на себе бронежилет. Напрасно и да носишь защита. Если Бог не охраняет тебя. Ако Господь не те пази. Если ангелы не ополчились. Ако ангели тебя не заставят за теб. Пусть Господь происходит сверхъестественные нека чудеса. Нека се случват сверхъестественные чудеса. Пусть все те солдаты и офицеры. Нека всички унези войници и офицери. Которые призвали твое имя. Които призовут имя ти. Они будут спасены сверхъестественным. Со спасение сверхъестественно. Храни их, Господи. Пази их, Господи. Называйте имена. Наличите имена. Молитесь очень долго. Молитесь долго. До тех пор, пока ваши сердца. Докато вашите сердца. Опять не придет совершенный мир. Докато в тях не дойдет совершенный мир. Совершенный мир это всегда ответ. Совершенный мир винаги отговор. На то, что Бог услышал вашу молитву. За това, че Господь чул молитвата ви. И теперь с этим человеком ничего не может случиться. Сега не может да се случи нищо с този човек. И мы молимся о спасении. И ние се молим за спасението на тези души. И Господь. И Господь. Используй церковь свою. Используй свою церковь. Потому что церковь защото именно для этого предназначена. Церковь для этого создана. Спасать и помогать. Спасавай да помага. Принимать, Господь. Да приема. Независимо от нации. Независимо от нации. Помоги церквям сделать сейчас. Помогни на церкви те сега да направят. Очень важный, серьезный шаг. Много важна стъпка. Принять всех тех, кто нуждается. Да приема всички онези, които се нуждаят. Стать во главе этого движения. Застанут в главата на това движение. Христиане должны возглавить это движение. Нека христианите да са като глава на това движение. Принять всех тех, кто бежит да от войны. Приемат всички онези, които бягат от война. Принять всех тех, кто бежит да от смерти. Приемат всички онези, които бягат от смерти. Принять всех тех, кто уже пострадал. Да приемат тези, които вече са пострадали. Пусть наша церковь превратится в лазарет. Нека нашата църква се превърне в лазарет. Мы сможем оказать медицинскую помощь. Да можем да окажем медицинска помощь. У нас достаточно медиков. Имаме достаточно медици. Мы готовы переоборудовать нашу готовы церковь. Готовы сме да преоборудваме църквата ни. Такой медицинский пункт. В медицинский пункт. Чтобы люди получали здесь и медицинскую помощь. Да може хората да получават и медицинска помощь. Помоги нам, Господи. Помогни ни, Господи. Помоги нам, Господи. Аллилуйя, мы будем продолжать молиться и за это. Продолжаем и да се молим. И пусть это будут больше дела, и чем това са повече дела. Больше дела, чем слова. Отколкото думи. Пусть через нас пройдет очень много людей. И нека через нас минат много хора. Которые услышат весть о спасении. Които ще чуят новина за спасението. И просто переживут на себе. И ще преживеят върху себе си. Твою невероятную любовь. Твоята невероятна любов. И твою спасительную благодать. Твоята спасителна благодат. Мы молились молитвой согласия. Мы молихме в молитва на согласие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Отца и Сына и Святия Духа. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. В имя нашего Господа Иисус Христос. Если согласны, скажите аминь. Ако сте согласни, кажете аминь. И что говорит Нагорная проповедь? Кого казва планинската проповедь? Блаженные миротворцы. Ще са блажени миротворците. И будут, ибо будут наричены. За что-то ще са наричени. Сынами Божьими. Синовете на Господ. Я думаю, что мы все хотим возрасти в меру полного возраста Иисуса Христа. Да израснем во полная мерка на возраста на Иисуса Христа. Оставайтесь, пожалуйста, в позиции миротворца. Будете в позиции это на миротворце. Не вставайте на ту или другую сторону. Не заставайте на одна или другая сторона. Пусть из ваших сердец уйдет. Нека от вашите сердца. Всякая ненависть. Всемахни. Всякая злоба. Всякая омраза. Всякая злоба. Всякие проклинающие слова. Всякие проклинающие думи. Только благословение. Само благословение. Только ходатайственная молитва. Само ходатайственная молитва. Аллилуйя. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Есть внутри меня надежда.
теперь живешь во мне. Пусть буду я лишь тем, кем видишь меня. Хочу я больше знать тебя. Хочу я больше знать тебя. Своим присутствием наполни. Яви ко мне лицо свое. Только б жить мне вечно в объятиях любви. Мне нужен жизни только ты. Мне нужен жизни только ты. Я живу лишь для тебя. Живу лишь для тебя, и вся жизнь моя в руках твоих. Я живу лишь для тебя, ты через меня изменишь мир. Нужен мне лишь ты. Нужен мне лишь ты.
Тебе, Господь, за это время. Давайте мы помолимся еще за финансы наши. Боже, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность.